Вот такая вот у нас погодка, поливает ливень. Хорошо, что сейчас не пошли на море. Ливень просто адовый. Вроде как без грозы, по-моему. По идее, должен закончиться сейчас, через час. Я надеюсь, что он закончится, потому что на море хочется сходить. Вот такая вот погодка в Сочи бывает. Это вам Египет. Вот такая сегодня у нас погодка. Шел дождь полдня. На море вон просто лютые волны. Вообще жесть. Народу сегодня мало. Зонтики вон все свернуты. Цвет у него такой коричневый. А, ты посмотри, сколько там всякого. Ой, шайза-то сколько, да. Вот он даже такой знак стоит. Вот такое у нас море. Блин. Как же тут плавать-то? Волны лютые. Даже мне стрёмно туда залазить, если честно. Полдня сегодня был ливень. Пришли на море. Раньше, вчера вода была, по-моему, вот, ну вот, вот здесь примерно, вот куда я показываю. Такой вот отлив волнами. Волны наиодейшие просто. О! Добро пожаловать на русский курорт! О, один смельчак нашелся. Просто смыло. О. Море сегодня лютейшее. Вон там небо такое красивое. И где этот парень? Что там куда-то пропал? Спасатели здесь вон есть, и они ругаются, когда не то, что кто-то в воду лезет, когда люди просто подходят близко к краю. Но оно и понятно, волны такие, что вообще первый раз такие вижу. Такие вот бревна сюда выносят.
А на город какие там виды открываются, он все в облаках. Жалко, я с собой камеру не взял, такую нормальную. В принципе, на телефон неплохо снимает. А вот там вот идет дождь. Небо, кажется, красивое. Волны. Обзейшн полный. Как-то вот так вот. Ну ладно, хоть в море посидели, это хорошо. Так вот у нас открывается вид сверху. О, волны еще сильнее стали под вечер. Надеюсь, завтра успокоится хоть. Вчера искупались, и все. Сегодня вот такая подстава. Идем сейчас в сторону Абхазии, туда к горам, посмотрим, что там находится. А что вон там происходит? Мы сейчас отошли, там вообще лютый дождь, шторм. Отсюда выглядит очень красиво. Вон там, вдали. Вон какие виды тут открываются. Сейчас еще поближе подойдем. Ну вот мы и добрались до границы. Вон тут какой-то, что это, вышка какая-то стоит. С забором уже граница. Вон такие горы. В горах вон облака как прям по горам стелятся. Вон сзади вон тот шторм. Тут уже как-то спасателей особо и нету. Тут вон рыбаки сидят, вон я вижу. А, ну и море ленточкой вон огорожено, типа купаться, наверное, нельзя. Граница все-таки. Забор такой. Ну вот у нас пограничная территория, все, там уже Абхазия. Пляж тут он огромный, тут он никого нету почти. Он огорожен ленточкой. Ладно, пойдем мы назад, что ли. Все, тут тупик, туда он уже не пролезть. Вон на горы наплыли еще облака, стало еще краше. Прям это место не отпускает, никак отсюда не уйти. Просто вообще красотища. Вообще первый раз вижу такое количество вот этих великов, самокатов в одном месте. А вон там набережная, тоже по ней пройдемся.